Стоимость ОСАГО для лихачей может вырасти втрое. Страховщики предлагают наказать злостных нарушителей рублем. Отраслевой союз направил в Центробанк предложение по новому повышающему коэффициенту ОСАГО для водителей, не соблюдающих ПДД. Если правила за год нарушили меньше 5 раз, стоимость ОСАГО останется прежней. Но если более 5 раз, коэффициент будет расти. Также предлагается повысить штраф за управление машиной без страховки, причем сразу в 10 раз, с 800 до 8 тысяч рублей. По словам главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, фальшивыми полисами ОСАГО сейчас пользуются более 1 000 000 водителей. Отмечу, на сегодняшний день цена базового тарифа ОСАГО составляет около 4 000 рублей.